Окружные полицейские выявили незадачливого агронома. В одном из домов по улице Заводской мужчина 75-го года рождения выращивал растения, возможно, содержащие наркотические вещества. По данному факту в МВД России по Ненецкому округу проводится проверка. Как отметил начальник наркоконтроля в городе Нарьян-Мари Евгений Солонович, о том, что мужчина в квартире выращивает наркотические растения, полицейским сообщили бдительные граждане, после чего были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сведения подтвердились. Сотрудниками управления было изъято порядком около 20 кустов наркотических растений. Сейчас на данный момент будет проведено исследование и проведена экспертиза в рамках доследственной проверки. По результатам исследования, при подтверждении наличия в растениях наркотических веществ, в отношении агронома будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это уже не первый подобный случай. Всего за последние 5 лет таких было выявлено 3. Последний случай был зафиксирован несколько лет назад, когда мужчина выращивал наркотические растения у себя в гараже.